Приеду. Просто там, ты сейчас где появляешься, там два спавна есть. Тут Федерико. Вот Там Федерико. рядом с тобой есть железная дорога? Нет. Тут какой-то так Отель, П-образный дом отель красного такой, да? цвета. Да, все, я Да-да-да. понял, я еду. Лос Флорест и Ес Бьяч. Там, короче, есть какой-то наш, возьми у него задание на получение паспорта. Я взял. А тут А сейчас это... скутер есть. Он со второго левела. Сейчас, я сейчас за тобой приеду. Вводите промокод Аризона, получите 600 тысяч. Вот, или обнови. Флешмен. А тебе пятый левел для этого надо. Не промокод. Так, Пятый что левел это? надо. Аризона. Вот. Использовать, да. Да, обидно. Я уже около мэрии еду. А, ты не знаешь. Я не знаю. Для меня это... Ай, да. Фрапсить все, что только тут можно. Все фрапсить. Да, ладно. У меня стоит это. Которая последнюю минуту сохраняет. Телефонная будка. Ты с какой приедешь? Слева или справа? Я вон эти, я вижу. Да, я так и знал, что это тут. Откуда ты знал? Ой, я их нажал. I'm hungry for some... Без греться. Куда дальше? Мне в мэрию надо. А почему вся карта разноцветная? А почему Это мне не лагает? районы гетто. Это балосы. Ай, ну по-моему врезались. Марвони Корпорейшн. Так, важное место. Я могу тебе подсказывать. Это прямо куда-то. А, так я почти приехал. Ну, это прямо. А что это за дискета справа? Вон, видишь, на карте нарисовано. А если с ней... Оп. Да, видишь, вот. Ага, А ты надеюсь. заходишь. Так, прямо? Да, и там, короче, там такая, типа, карточка будет. Вот. Пост Б2. А, нет, я так все вижу. Альт. Мужской. Дату рождения. Это лучше скриншот. Хорошо. Потом слэш тайм пропиши и... В смысле, слэш тайм? Как? Да, здесь не... Все. 8 и офен. Короче, у меня, кстати, какая-то проблема. Слышишь? Мне вот вместо Аризона написано А, я и английская, П русская. Смотрит на них его что ли? А, транспорт для аренды. Поехали зарабатывать много денег. Так а мне за квест не выдали еще деньги. Там где-то... Нет, сейчас, 966. Ты передал 1000 рублей. 10 тысяч. Покупай и нажми. Что покупать? Инструмент для урожая. Купил. Теперь куда? На Альт, но они пока что еще не все по... Надо по этим полям просто... Он видишь, он пошел. А, ты собираешься с кем-то? Он... Нет, здесь всем нужно какое-то время. Да. Ну, левый Альт я жму, не контрол.
А, нет, вон его уже собирают. Где куча? Пишется... Ну, написано Рея, там что-то там. О, все. Куда это относить? А, все, нет, а, просто собирать? Да. Угу. А, штучки, штучки. Ко мне. Бегу. Али, 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 али. По ремонту. Ты куда? Я мопед, чтобы он не пропал, но через каждый, он через день... Ай. Спасибо. Попробуй меня ударить. А, ваш уровень будет... недостаточно высокий, нанесение урона другим игрокам. Альф, нажимай. Просто нон-стопом нажимать? Да, да, да. А, так. Автокликер, ой. Это Source канал. Отлично. Иду, иду. Сейчас. Ой, я себя слышу. А как ты присел? А, вот, нет. Иди. Ва. Но забыл не на России. Оп. Вам был добавлен предмет краситель. Чтобы открыть инвентарь, используйте Y или инвент. Это для крафта нужно. Ага. А, во-вторых. Паза коина есть. А у меня нету. У меня есть какой-то черный ящик. Ай, быстрее. Жму, жму, жму. Это, короче, смотри, оп. Ящик. Квест вот этого персонажа. То я каждые 2 часа буду подать рулетка. Ты можешь открывать и получать призы. Где можешь продать. Как их продавать? Как пишешь? Открывать сундук можно с 3 уровня. Эштрей. Паранку стыдно. Право ниже. Нам был добавлен предмет краситель опять. Что с этим делать дальше? Вот мы собираем что-то. Потом продавать. Где? А вот тут Лен. А, собирай, собирай, собирай. Так я вообще в одиночку сейчас все здесь соберу. Это чел убежал, чел убежал. Там здесь. Не понял. А, и... Так, не очень дорогой. Угу. А, иди, беги туда, собирай. Угу. Там больше нету. Ну, я тут не один. Надин 28 лет, работает в СМИ СФ. Недавно смогу не так 10 миллионов. Да, уйди ты из моей бутылки. Там еще один куст. Вижу. Там еще, за ним еще есть. Да, я на дальний куст. Там был за ним. Хлопок какой-то. Что-то не можно отвернуться. Спасибо, за куст. Продам лопату на спину. 9, 7, 4, 3, 2, 1. Табу, не могу. А как это писать? Почему здесь? Это через карту, через 10. 10 этажа. А, вот татуиру. А где все? Тут тоже пусто. Это сейчас. Кто это вообще на машине? Я Лен собираюсь к нам так. А, вот я тебя вижу, ты там, вдалеке. Бежишь. Так, у меня 117. Она вот тут сейчас появится. Угу. Сколько у тебя? Как посмотреть? А, Y, 26 и 10. 26 льна и, наверное, 10 хлопка. А 100 того и 100 того нафармишь, у тебя... Ну что, 100 это много. Я тогда помнишь, когда... Угу. Я вот здесь сидел и собирал. Это их краситель. 3, 2, 1 и альт. А я хочу встретить.
Вася, лучше ко мне иди. Сейчас приду. Оп. Да, опять кто-то меня чуть не сбил. Сколько? Предложи. Я тебя не знаю. Ты меня нажимаешь. Сам. В нашем магазине ты можешь приобрести нужное количество денег. Сюда иди. Ты сюда иди. Я хочу ли... обмануть, да? А сколько? У меня 1.3 говорит. Можем еще на шахту поехать. Ну давай потом. Видишь, видишь, что говорит. Угу. Да ладно, тут... Просто свит, тут срез очень хороший. Ну это логично. Вон шоссе, а, МСП. Можем потом поехать на ЦР и продать это. Окей. Правда, там никто не покупает, потому что... На ЦР хорошо. Дальний рынок. Газ, мне приезжает. Этот город, который правый нижний угол, это ЛВС. Правый верхний угол, это ЛВ. А это СЛ. О, ай. Сколько маска? Но не стоит. М. А. Я 19. Да, а, сюда иди. Кто идут, пока они там. У меня тут миллион. Парни, парни, пока они там что-то посадят. Как ты уже собрал? Не знаю. Он ко мне идет. Я попробую. Да они все ко мне пришли в итоге. Я уже не хватит меня. Не-не-не, а, нет. Я сидеть тут всё. О, пошли, пошли хлопок собирать. Угу. Беги ко мне. Бегу, я не могу быстро бежать. Почему-то. А что дороже ценится? Хлопок или лен? А, у бота хлопок дешевле, а лен дороже. А вот на центральном рынке они одинаково продаются. Да, это просто коронавирус. Маски. Пять льна и хлопка надо. Там, маска. Просто так, это аксессуар. Лопата и маска такая. Такса называется. Короче, грабли, окей. Не собирать тут? Да, собирай, собирай. У меня и так много. Так там просто через 15 тоже будет. Есть грабли и кирка. Они, короче, если... Понимаешь, вот, например, не один хлопок. Один раз, за один пальц. Там еще есть точка, и ты из-за этого... 5, по-моему, штук. Надо 40 миллионов. У меня 29.49. Чего ты и чего ты? Так, я скинь достал белых... а почему не мой? Почему белый? Такой же? Не, вот белый Huawei P20 Pro из кармана, почему? P20. А, там какой-то... Там есть Xiaomi... Google... Лён, Лён, беги, а, там чирик. И вот, смотри, у меня прям пред... Бегу. Стоп. По-моему, тебя украли скутер. Его больше нет. Пропал. Он перед нами ещё лён. Самый пиздечный. Оп, всё. Вот. О, вот, а, тут через минуту. А выхода луны. Сто пятьдесят. Он, беги дальше. Бегу. А, он побежал. Он побежал в там. А, собирай. Окей. Опять ко мне идут. А, вот у этого... А, вот вообще... Вообще, через... Что написано? Какая у меня семья? Мавроди Корпорейшн. А у меня какая? Спортинг Юнит.
Откуда? Я никогда еще не вступал никуда. Туда. Да, Алена хлопает. А, Алена хлопает. Пошли. Угу. Я вообще собираю лен. Все спрашивают, сколько есть. Что ж это? У тебя же... Что у меня это? Хлопок есть. Предложил Find Your Escape совершить торговлю. Прикольно. Найс. У меня миллион. А у меня 5000. Там что-то появляться будет. Окей. У тебя сколько? 5 и 15. Ну, 31. А? А, там уже кто-то занял. Дом на горе Вайнвуд с большим гаражом и ремонтом. Уже 26 миллионов. Гаражом он через... Который вот на сайте был после лаунча, а тот и скачан. Только еще с такой русификацией. У меня русификации, все символы получаются какие-то странные. Поэтому сейчас подпишитесь. Да. А у тебя что, английская версия? Я просто скачал. Ну, у меня просто вместо Аризона написано А-Я и О-Пона. А вместо Брэй? Ты вообще В-Я-А-И и В-Ю-Я же. Я потом тебе скриншот могу скинуть. Как у тебя 83, 44. А? 44 хлопка и 80. 83 на 88. Может, что-то другое поделаем? Да, пошли по... По боту я тогда кирку. Сейчас еще одну. Ее нужно продать. А нет, не. Продавать или нет? Я можешь продать. Ну вот, можно продать ресурсы шить. Я продам. Видите количество хлопок. 44. Выбрать. Ой, сколько? 20 тысяч за хлопок. Я только что... 83 льна, выбрать 41. Еще 7 хлопка осталось. 7. Капец. У меня теперь почти 70 тысяч. Сколько мы вообще играем? Это я буду смотреть. У меня почему-то времени нет, кстати. Слышь, да. Слышь. Угу, 15.59. О, депозит 0, сумма 0, законопослушность плюс 1. Взял команду? Всё взял. Появилось время? Угу.
Доброго времени суток, уважаемый штат. Вот, всё, я принял. Может, я паспорт не выпустил, потому что у меня метка не убралась. А ну да. Не должна... Можно... А, нет. Можно совершить. Задание можно завершить. Mission complete. Далее задание. Лучшая работа. Фермерами принести 15 стогов сена. Самолет. Ай. Ай. Автобус какой-то здесь. Выходим? Я пока что подальше отрежу, чтобы опять не... У меня работа только начального есть. Фермер. Да, тебе нужно Alt нажимать. Угу. Я пока... Вижу. А вот ты, парки Маверик, пацан. Я что-то не понимаю, что делать. У меня появилась только одна метка, и все. Мне просто ходить и нажимать Alt везде. А, чтобы сорвать. Подносить и подносить надо. А вот куда относить-то? Нет, да, по-моему. Ай, спасибо. Метки-то нету. А, все, не достанешь. Кстати, привяжи почту и сделай спонсор на аутентификацию твоих аккаунтов. Ну зачем? Я взломаю точку. Ну ладно. Ты тут? Да, да. У меня пишется наверху, что типа собирать сено. Мне вот интересно. Да? Да, пишется. А почему он подобрал то сено, которое я нажимал? Да, это пишется собирать сено. Я жму, короче, там, не знаю, 5 минут. Часов. Это ты делаешь или у меня опять асинхрон? Что ты на месте крутишься? Под 90 градусов. 50 градусов. Да, ты бы видел, как я... Так, короче, вижу. Ты меня делаешь такой квадрат. Короче, мне тут не нравится. Поехали, пошли отсюда. Все, я сейчас. Так же спамить тупо. Так я спамлю, я его вообще не отжимаю. О, наконец-то оно у меня взялось. Оп, 200. Еще. А что тут еще? Сколько? 15. А, ну долго. Который стоит, он там у него 10, первый, второй. А откуда ты это видишь? Пойди и... Пойди 8.
Сейчас наберу. Flash ID. Flash ID. 86. Уровень 3. Еще, ага. А у меня какой? А, у меня первый, получается. Я лифтап нажал случайно. Ну, вы проставили ВФК 12 секунд. Зачем мне эта информация? Ты если долго будешь ставить ВФК, тебе будет писать, сколько ты по секунд. Сколько максимум можно ставить ВФК? Раз. Твой кошелек, чтобы поднять пэй. Ой. Какой глупый. Слэш ми, глупый кошелек, чтобы поднять. Может, это так и работает? Мне просто интересно, это ж надо быть таким. Ну хотя я ж тоже был таким вообще-то новичком. Бро. Это тебе, кстати. Твой ЛС подкинешь? А где это ЛС? Ничего. А, ты сбил там? Мне еще чуть-чуть осталось. Оп. 10 штук. Еще 3 штуки. Сено. Это сено. А, здесь все это время были бесплатные обеды. Угу. А как поменять цвет ника? Вот, например, у Никиты он вообще... Да, это банда. Это банда. Только банду могут менять? Да, если банду вступить, это он типа в баллы вступил. Бро. Слышь, Клур. А ты это не видел, Клур? Нет, я только сейчас увидел. Да, слышь, Клур. Слышь, Клур, веди команду, которая даст тебе 10к. Сейчас посмотрю, 3 штуки. Но тут, как я понял, типа можно... А, ты решил поэт играть дальше? Конечно. Типа тут из одной штуки, как я понял, может выпасть либо одна, либо две. Опять вертолет. А, да? Конечно. Вон вверху. Ну вот, потому что у меня было 7, потом стало 9. P10, 966. 13 штук. Почему он ко мне лезет? Почему я должен вводить его команду, если это, во-первых, команда, чтобы перевести деньги? Введи команду. Получишь 10 команд. Короче, мы его раскусили. Вот, смотри, там человек, у него айтишник 14. Не повезло. Какой где айтишник? 740, 967, 10. Еще больше нету. Ну и у тебя 866. Все. Вы успешно перенесли нужное количество сена. Возвращайтесь обратно, чтобы получить награду. Сейчас закончу работу. Эй, а, рабочий. Так, Alt. И переодеться. Так, Г. Все, поехали. Английское колесо. Стоп. Ты что, заборчик сломать не можешь? А где? А как вот этот можно сесть? Не знаю, мне кажется, нет. Было бы слишком. Сядь, иначе мопед. А у вас нет ключей? А я не мог сесть, когда ты не в мопеде был. А как бы нам лучше? Нам лучше коротким путем.
А нам куда нужно? Опять на спаун. А это где? А, вот, вижу, Эль Корона. Вот, что долго, кстати. А что это сверху? Смотри, красный прямоугольник, и еще белые самолеты нарисованы. Вот прямо, вот здесь река, и прямо над нами. А, я понял. Типа красный прямоугольник? Да, такой вот просто там, красный прямоугольник. Там направо сдавать надо, по-моему. Бьет направо. И в пустыне еще такое. Поехали, тебе покажу кое-что. Работать около 15 миллионов. Вот, видишь? Это хэллоуинский город. У тебя тоже экран да, стал да, серый? Да, да, да. Серый. Дымка началась. Сейчас, ну, тут типа квесты, тут нам можно работать. Но... Да, опять залагала. А, все, отлагала. А, нет. Ты меня сбросил. А этот город, что типа потом уберут? Блин, смотри направо. Да. А, это ты? Так а чё, тут только квест и вот это, что это в центре? А, так, подожди, чё тут? Опять нам опять. Чёрные очки. А, ты не можешь на нём сидеть? Не, могу. Чёрные очки. Граф решил купить новые очки. Пришел в У тебя, кстати, мопед угнали. А, да? Да, Джайден Гонзалес. Неудачно попытался выкинуть из транспорта. Выкинул из транспорта. Я думал, это ты был. А ты еще что-то про Радмир говоришь. Где? Упырь. Вечер. Ой, я случайно зашел. Пятиарская платформа. Путник в дом и а смотри, кстати, что у меня есть. Пустите, подойди ко мне. Люди. Ночь переночевать. Смотри. От худой погоды укрыться. Алло. Вот я тут. Ночью. Вот видишь людей много. Ребенка из смотри. Люки взял. Игрик. Кровь. Это дроп. Выпил. Мясо съел. Как выкинуть вещи? Из хлеба. А тут нужно мусор. Рыло ему кровью намазал. Тут нельзя. Нужно только с мусором. Короче, мне выдали какую-то тыковку. Я тоже, у меня их 4. Хозяин. Да, еще один. Хозяин. Томас. Боров твоего. А тут у них, это у них квест надо брать. А, соблюдаем традиции. Загадка. А ты не сможешь, тебе нужно 50. А что это у меня за свинки какие-то на заднем плане играют? На другой день, как на улице стемнело, приходит путь. На матскую траву. Дом просит. Это тоже для квеста. Добрые люди ночь перед этих черепов. От худой вот, короче, они только квесты, да. Укрыться. День его пустили. Ночью путник встал. Ребенка из зеленки смотри, как магазин называется. Взял. Кровь выпил, мясо съел. Косточки собаке бросил. И спать улегся. Утром путник встал и кричит: «Хозяин! Хозяин! Собака твоего ребенка!» Да, ну что, как пешком бежать? Куда? До спавна, что ли? Тебе проще релокнуться? Ну, я вообще устал. Давай, может, завтра. Я выхожу, короче, я вышел. Я тоже вышел. Из игры. Вместе с Тиком.